Китай продолжит продвигать политику многополярности и экономической глобализации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине. Здесь состоялась торжественная церемония принятия верительных грамот у новых послов иностранных государств. Это дипломаты из 42 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Белоруссии и Украины. Лидер Китая попросил передать добрые пожелания руководству их стран и выразил надежду, что послы внесут большой вклад в развитие двусторонних отношений. Си Цзиньпин напомнил, что в этом году Китайская Народная Республика отмечает 75-ю годовщину со дня основания. В КНР ценят дружбу с другими странами, готовы укреплять взаимное доверие и расширять сотрудничество на основе равенства и взаимной выгоды, подчеркнул лидер Поднебесной.